будь-якому разі є одне. Вони не приймають, наших ветеранів АТО. Може, більше будемо розмовляти. Будемо говорити про це, звичайно. Єдине місце, де видобувають зараз грязь на нормальному рівні, це от там є такий корабель, який здобуває грязь. Грязь в чистому вигляді, вона ще не лікувальна. Її треба зробити концентратом, гріти до певного. Санаторій активувати. Це велика проблема. З трьох корпусів один тільки працює. Так. А він такий лікар в санаторії. Я можу сказати, що вони лікарі, ми морально. Лиман Марина. Яльницький. Везли с кондиционером. Приятные люди ехали с нами. Жаба еще не успела до Куяльника доехать, уже квакать начала. Ага. Думаю, что своим мужем. Thank you.
на море. Я смотрю, как доплывают корабли. Мне под зонтиком кричат девчонки. Иди сюда, иди. У меня ждут, как ракушки и бизон. Я знаю всех, кто красота голосов. Именно для них я добавлю по вкусу. Ковали. Роберто Ковали. Очень радостно и отрадно, что народные помыслы продолжают жить, развиваться. Народные традиции передаются от старшего поколения молодежи. Вот покажи эту дамскую сумочку, и так и не. Такой кошелечек не украдешь. Украдешь, если будешь перед этим полгода качаться в спортзале. Или по башке так. Ай, килограмм 25, там ты что? Кажется, смотри, такой, посмотри, как это, даже кожа как отделана. Смотри, и прошито. Это ж надо так на металле выбить такое. Покажи, покажи, вот здесь эти самые застежки. Это пипец. Скрипочка. Посмотри. Даже уже свои руки не нужно прикладывать. Уже и руки, и пальцы есть. Так, как мы играем? Классическим способом или каким? Не классическим. Не, пиччикато называется. А пиччикато? А помнят на руки, помнят? А пиччикато, а пальчики, как у меня, музыкальные. Руки помнят? Музыкальные пальчики, почти как с моих слеплены. Смотри. Пиччикато. Какая? И сильно близко нету, там отлетают искры раскаленные, чтобы не попасть.